Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube-канала. У нас опять большая посылка с AliExpress. Здесь что-то так все запаковано. Что-то такое большое, огромное. Сейчас вместе с вами посмотрим, что же нам здесь пришло. Заказывал я посылку по скидкам 11.11. Реально были скидки. Ну, правда, не все продукты. Ну, я пользовался всякими программками, которые мониторят цены. Так, открываем все аккуратненько, то есть, чтобы не порезать, потому что, наверное, больше всего, чтобы посылка не меняла. Потому что я себе такого большого ничего не заказывал. Так, и у нас здесь должны быть, наверное, у нас как сейчас зима. Так, и вот здесь, наверное, должен быть зимний товар. А, нет, у нас все-таки зимний товар, у нас, наверное, третий товар. Но, наверное, здесь так точно еще у нас нету. Так, открываем аккуратненько, чтобы ничего не повредить, не порезать. Потому что это точно не моя. Не мне заказывали. Так, у нас здесь походу летний товар. Вот, уже здесь видно. Вот это вот наклеечки. У нас здесь маска для плавания. Масочка для плавания. Прорезал я. Китайский воздух. Забираем. Следующее у нас здесь открывается. Так. И вот сюда кому посылку. Такая вот она тяжелая. Тяжелая и дорогая маска. Попросили мне заказать. Готовится уже зимы к лету. Так, что у нас здесь на этих? У нас тут вот по-китайски что-то написано. Вот. Такие вот виды масок. Маска тяжелая. Потому что брали маску специальную со стеклом. Вот так вот. Маска какая-то там специально антибликовая, анти чего-то там, анти, короче, всякое. Будем открывать аккуратненько. Вот такая вот у нас маска. Так, это мы уберем, чтобы нам не мешало. Так, это тоже берем. Так, начнем, как всегда, с мануала. Специально у нас такая маска, мануальчик. Все на китайском. Вот как монтировать. Даже можно GoPro подключать. Ой, подключать, устанавливать. Специальные крепежи. И у нас они здесь. Вот у нас тут. Так, у нас вот такая вот масочка. Здесь у нас не будем, потому что у нас тут специальное стекло. Антибликовое. Здесь у нас. Ага, это у нас крепежи под экшн-камеру и всякие вот прокладочные. Материальчики, это прокладочки, видать, сменные, чтобы менять вот здесь вот, чтобы мог человек дышать. Так, вот такая вот шикарная, просто вот, она и дорогая, но она и шикарная, специальная вот масочка. Здесь у нас все так прорезиновано, все так вот отличненько видно. Маска эта детская, кстати скажу, специальный размер под ребенка брали. Мог нырять. Вот трубочка. Трубка у нас здесь только в одном положении. Вот тут специально вот поплавок, всплываешь, поплавок поднимается, и у нас по ходу воздух пускается. Нырнул, поплавок закрылся, все, воздух не идет. Ну, я так подозреваю работу самого этого штучки. Здесь ничего открывать я не буду, смотреть, чтобы не сломать. Когда говорят, уже говорят, что мне пользовались. Так что у нас там внутренний мир. Такая вот. Я вот таким делом не пользовался. Не знаю. Вставляется у нас вот сюда вот. Специальные резинки я не буду вставлять. Чтобы ничего не сломать. Здесь все показано. Не запускается. Вот. Так что... Такая вот у нас, ну такая довольно на все увесистая, я не знаю, как ребенок будет плавать в ней, вот такая тяжелая.
Но это специальная антибликовая поверхность. То есть, чтобы где там оно не потело, не делало никаких там антибликов. Чтобы было все идеально просто видно. Обзор полный. То есть, не как в очках, что только вперед видишь. Обзор тут полный. Вот. Протестировать, конечно, данные варианты я не могу. Будут его тестировать. Кто меня попросил заказать только летом. Вот внутренний наш мир. Внутренний мир у нас такой вот. Там стоит специальный клапан, который выпускает, но не должен, по идее, впускать сюда воду. Вот. Ну, вот такой вот. У нас пришло с Алиэкспресса. У нас, я, честно говоря, таких не видел. Это вообще первый раз. Мне попросили заказать. Увидели на Алиэкспрессе, было 11-11 скидка, была неплохая скидочка. Вот. Ссылочку я оставлю на товар в описании. Заходите, смотрите, заказывайте. Очень интересно, я думаю, ребенку на лето, ну просто шикардос. Это вся посылочка. Сейчас. Все, мне очень, честно говоря, мне очень понравилось. Тут у нас все регулируется. Можно увеличивать размер, уменьшивать размер. Как будет кому удобно. Все прошито, пластмасса нигде не болтается. Ну, в принципе, качественно все сделано, нигде ничего, никаких изъянов. Приколупаться, как говорится, к нечему. Вот. Всем пока, до новых встреч. Не забываем подписаться, поставить лайки. И пользуемся кэшбэком. Вот. Я пользуюсь Letyshop'ом. Так что зарабатываем на Алиэкспрессе. Всем пока, до новых встреч. Итак, дорогие друзья, надел я маску на ребенка. Как ощущения? Да, нормально, в принципе. Дыхать нормально? Да. Я чуть-чуть воняю китайский, все я. Ну, свежая только пришла. Ну, вот так вот оно выглядит. Такая вот довольно громоздкая маска для плавания. Она не тяжелая. Не тяжелая, но рука была тяжелая. Так что, так вот он у нас. Можно посмотреть по бокам. Покрути головой. Вот. Крутим аккуратненько, потому что вот эту штучку мы не зажали, мы просто ее надели. Так это все дело у нас выглядит на ребенке. Так что все отлично. Всем пока.